Всем привет, и вы на канале Доллар Кидс. И сегодня я вам буду показывать мои подарки со дня рождения. И там мне исполнилось уже 14 лет. И недавно у меня был день рождения. Спасибо всем за поздравления, кто меня поздравлял. Большое спасибо. И я его отмечала. Мой день рождения. И мне подарили куча-куча подарков, и я сегодня вам решила их показать. Ну, и давайте начнем. Первый подарок, который я вам покажу, это мне подарила мама. И, короче, ну, моя мама подарила мне подарок. Это беспроводная колонка. Я тоже была в шоке, ребят, когда я это увидела. Я реально, я просто была в шоке. Смотрите, вот такая вот беспроводная колонка. Тут можно регулировать плюс-минус, ну, типа громкость, и чтобы был меньше звук. А это пауза. И просто бомба, ребят. Я уже слушала тут музыку. Сейчас вроде бы тут села зарядка. Я надо подзарядить на ночь. А вот, кстати, шнур от этой колонки, чтобы подключаться к своему телефону, или же можно через Bluetooth. Ну, так как на айфонах не получается через Bluetooth, так что мне приходится через этот шнур. Но на всех андроидах получается не через Bluetooth, не знаю почему. Да, очень странно. Дальше подарок от моей тети и сестры. Одновременно, да. От моей тети и сестры. Смотрите. Вот такая вот кофточка. Тут даже этикетка. Вот. Она такая вот классная. Тут написано I love you. Вот, смотрите. Такими пайеточками. Она реально такая тоненькая. Очень хорошее качество. Легенькая такая. Мне очень-очень нравится. Большое спасибо. Так, идемте дальше. Дальше подарок идет от моей подруги и тети. Да, одновременно от моей подруги и тети. Так. Ну, сейчас будет стараж. Так. Не пугайтесь, ей всего лишь только 10 лет, и она мне нарисовала вот такую вот карточку времени. Ей только 9 лет, и рисовать она не очень-то ее умеет. И она мне сделала такую вот милую открыточку I love, я люблю, и типа чмок, что-то такое. Тут написано Лялюся. И типа мое имя. И тут написано с днем рождения. И вот такая вот цветочка. Спасибо, мне очень-очень приятно. Я обязательно сохраню эту открыточку. Дальше посмотрим. Дальше идет вот такая вот. Ой, немножечко заморалась. Почему-то. Да. Дальше идет вот такой вот обычный платок. Да. Чего такого? Интересно, я не знаю, мама. Каких-то непонятных вещиках. Ладно. Идемте дальше. Дальше, ребята. Это вот такой вот замечательный сквиш. Да, сквиш в виде пончика. И, ребят, большой плюс, что он просто божественно пахнет. Он пахнет ванилью и шоколадом. Просто одновременно ванилью и шоколадом. Очень-очень приятный запах. Возвращает форму. Кстати, у него есть такая мордашка. Он улыбается. Ну, получается вот такой вот сквиш-пончик. Такой антистресс классный. Тоже большое спасибо. Всем дальше. Дальше мне подарили вот такую вот миленькую ручку. Это как бы уже идет канцелярия, да. И смотрите, здесь есть вот такая вот мини-лупа.
и она реально увеличивает. Я думала, что она не будет увеличивать, но она реально, ребят, увеличивает. Я просто в шоке, да. И также здесь вот такая вот маленькая обезьянка, которая... Она как бы на магните, но ее можно вот так вот как бы клеить. Я даже не знаю, как это объяснить. Ну, вот такая вот ручка тоненькая. Можно сказать, даже мимишная, потому что по ней видно, что она такая мимишная. Ну, тоже красивенькая ручка. Вот с такой вот лупой и с такой миленькой коалой. Да, это кстати коала. Большое спасибо. Идем дальше. Дальше идет опять канцелярия. Мне подарили вот такую вот 36-листовую тетрадку. Вот. Вот такая вот обычная тетрадка. Идемте дальше. Дальше идет наполнитель для слайма. Вот такой вот наполнитель для слайма. Я его открою потом в конце видео, когда я все засниму. Так что обязательно следите за этим всем процессом. Так, давайте дальше. Дальше, ребята. Идет вот такая вот миленькая точилочка Hello Kitty. Да. Она реально очень-очень мимимишная. Да, классная. Колес круглые капы, мы летим с тобой по орбитам, где звездное небо до самого неба. Там что-то мы едем к Hello Kitty. Да, очень-очень милая. Какая-то чилочка. Классная. Идемте дальше. Дальше идет опять канцелярия. Идет вот такой вот красивый блокнотик. Вот. В виде такой... такого озера или же речки. Тут рядом деревья, зелень и все такое. Тут 60 листов. И она в клеточку. Очень удобный блокнотик. Большое спасибо. Может быть, буду тут писать какие-нибудь заметочки или же секретики. Идемте дальше. Дальше идет опять канцелярия. Вот такая вот карандаши. Ребята, заметьте, что сзади тут можно писать свое имя. Имя. Ну да, имя получается. Second Earth, что? Ну, короче, ну вы поняли, да? Ну вот. Тут 12 цветов. 12 цветов. Ребята, здесь немножечко такой бардачок. И да, такие карандашики. Тут 12 цветов. Большое спасибо. Идемте дальше. Дальше идут вот такие вот татушки. Вот с такими вот узорами их можно сделать, например, как чокер, или же как браслет, или же просто на всю руку. Это будет очень-очень красиво. Я даже сниму на видео, как я делаю такую татушечку. Так что обязательно посмотрите. Сейчас я быстренько уберу все вокруг себя и покажу следующий подарок. Я переодела полку, и как так она на мне выглядит. Бомба просто. И сейчас я вам покажу дальше мои подарки. Следующий мой подарок — это от дедушки и бабушки. Они мне подарили вот такой вот замечательный, такую замечательную корзинку с цветами. Смотрите, какие тут красивые цветы. Вот. Сейчас я вам это все нормально засниму. Вот, ребят, смотрите, какие красивые цветы. Тут также, кстати, вот такой вот красивый бантик был голубенький. Большое спасибо за этот красивый букет цветов, бабушки и дедушки. Люблю вас.
Ну вот и все, ребят, спасибо за ваше поздравление. Еще раз спасибо за эти замечательные подарки. Мне было очень-очень приятно. И всех люблю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажмите на маленький колокольчик, чтобы вам приходили оповещения моих каждых новых видео. Всем пока, пока-пока.